Всем привет! Снова про проект Zomboid. Я начал новую игру, чуть-чуть пообтерся тут. В этот раз появился в другом месте. Нашел косяк. То есть я не могу спать. Время 6:50, я читал до утра. Так, я прочитал книгу, нет? То есть он, я проходил, принес какие-то вот припасы. Но уснуть я не могу. То есть здесь нет такого, что режим дня, ночь, человек хочет спать. Не прошел сколько-то километров, все. Я сейчас хочу найти, у меня хороший каменный дом. Я хочу найти четырехэтажное какое-нибудь здание или трех. Чтобы уже точно зомби меня не замечали. Мой большой дом шикарный. Так, гараж. В гараже может быть что-то нужное, но... Я и так он весь перегруженный, не знаю почему. Так, вот большой дом, но он двухэтажный. И окно разбито. Брось, брось. Там кто-то разговаривал таким зомбячим языком. Брось, брось, твоя помидорка, твоя. Стоял, стой себе. Я, правда, дорогу рискую назад не найти. Но на самом деле тут в любом доме сейчас припасов огромное количество. Припасы, одежды, все на месте. Ничего не испортилось. Я не знаю, здесь есть какой-нибудь центр города там или еще что-нибудь. Потому что у меня вот все улицы с каменных домов, это явно какой-то такой богатый район. Здесь уже проще. Хлопка. Так, и дорога это явно не центральная. Если мы ходим спокойно, мы шумим меньше, поэтому... О, вон там какие-то остатки асфальта виднеются. Значит, центр там. Ну, что ты сорвался? Вот это что сорвался, да? А, ну, может, они так ходят. Нет, это какие-то домики дешманские. Вот между собой разговаривать. Это явно ко мне идет. С какого спрашивать? С перепугу. И почему они думают, что я не такой же зомби, как они? Так, вот, домик с оградкой, уже что-то интересное. Перелезть я могу через нее. Капец, они как далеко снимаются уже в прямом приближении.
это уже нечестно. Вот, они перелазят, и я не смог. Буду поменьше шуметь. Магазин или школа какая-то. Ну, скорее всего, магазин, стоянка большая. Ага. И опять какие-то дебри. Нет, есть асфальтовая дорога. То есть я хочу найти какую-то себе нормальную базу, чтобы ее как-то укрепить. И уже там пытаться выжить. Я пока взял себе такую наметку, что это будет не меньше 3 этажей. Еще ограда. В здание пока я боюсь заходить. Так, эта дорога вообще какая-то... серьезная. Междугородняя какая-то. Ну да, как бы не означает, такая раз в мою сторону прошлась. Такие раз. Вот уж откуда-то снялся, с другого края экрана. Стоят, смотрят в пол. Нет, хоп, снялся такой. Так, ферма какая-то. Через забор я лазить не умею, поэтому мне здесь... неуютно. Перелезть не могу. То есть нет менюшки перелазить. Спокойно. Вон там эта дорога в лес, куда-то вот есть дом. И они вон аж откуда. Это что, сейчас они все за мной идут, что ли, которых я видел? Это мне еще не хватало. Я не знаю, есть ли тут карта. Сейчас некогда смотреть. Домой я уже точно не дойду. Так, забегаловка какая-то. По-любому кто-то будет. И она вся стеклянная. А по траве-то как я шумлю, ну что же.
станция какая-то таксомоторная. Не идет он сюда. Зажигалка на случай, если вдруг дождь пойдет. Нужно будет где-то согреться. Хотя я не знаю, как пока разводить костер, но... Вон откуда ж по телепорту. Не, ребята, идите в задницу. И машин, главное, нету, все уехали. На машинах. Вообще карта тут была бы уместна. Это все-таки мой родной город, я уже его как бы знал. Подразумевается, что я его знаю. Собирать что? Табличку читаю по слогам. Просто интересно, что он там собирает. Журнал садоводства, чем только нет, уксус, чипсы. Дальше от темных углов. Не знаю, куда я иду. Явно это загородное шоссе, и, по-моему, я уже вышел из города. По логике, заправочная станция последняя. Видишь при выезде из города, и первое, что видишь при въезде. Такая-то что за площадка? Все, типа за город. То здесь, наверное, выживать, когда в городе уже невозможно будет находиться. Зомби нет. Как объяснили разработчики, выстрелы, вертолеты, крики, лай собак там сделаны для того, чтобы оживить процесс игры. Я так понял, там сейчас генерятся зомби, и жить станет веселее. Так, по-моему, мне проще сейчас здесь загнуться, чем идти домой. Я вышел в 6:40, сейчас вот 6 часов в пути.
Так и не проходит. Осталось какие-то глюки все-таки. Ладно, включусь, когда дойду куда-нибудь. Так, у нас какое-то ответвление или поворот. Но это ответвление в сторону города, поэтому я по нему пойду. Я научился готовить. Сделал себе жарко из курицы на 1,5 килограмма. Вот у меня сейчас горят там зелененький кружок. Перекусил. Неплохо поели. В принципе, готовить просто так же через меню крафта. Ну, видимо, так я и пойду. Сейчас опять буду идти долго, пока опять начнется дорога. Я выйду в город только с другой стороны. Нет, еще один поворот. Кстати, мой гениальный. Почему снять? Он вроде не в руке, но у него я хотел в руку взять. Эй, ты, блин, я нечаянно крикнул. Нет, с ней иду, показалось. Надо убрать ску крики, а то я представляю, среди зомби там рубишься еще и орешь. А то вдруг кто-то не услышал, что здесь человека и нет. По той дороге, которой я шел, в эту сторону ответвления не было. То есть это ли тупик, или будет еще один поворот в сторону города. Пошел дождь. Дорога мелькала, поворачивала туда-сюда, но так пока я не вышел ни на какую дорогу. Естественно, костер я тоже развести не могу. Сейчас, наверное, простыну, заболею. Да, промок. Спрячьтесь от дождя, если не хотите заболеть. Я не хочу заболеть, но спрятаться от дождя мне некуда. Это вот хорошо, кто брал особенность лесник или бойскаут, там был перенос. Дождя легко. Вот это поляна для жизни. Здесь такое хозяйство можно развернуть. У-у-у. Заболею, буду чихать, и зомби меня будут видеть. Слышать, вернее, то есть идешь, а чьи они, опа. Промокли, озябли, скорость с них слегка снижена. Да я и так иду еле-еле. Так, поем сейчас. Нет, не ватные шарики, а где вот. А, я съел все. Открытая банка тунца. Съесть половину. Перекусил. Может, не заболеем.
Мы в город изумрудный идем дорогой трудной. Да, поляны здесь огромные. Вот в игре нет велосипеда, это огромный минус. Велосипед, рюкзак, это было бы шикарно, шикарно вообще. Дос. Здесь человек сутки не спал. Все, заболел. До нитки, промокли до нитки, можете простудиться, скорость снижена. Давай еще доедим. Тунца. Темно, гроза, ночь. Зомби нет, но я загнусь и без них, по-моему. Какой-то песочек. Неужели цивилизация показалась на горизонте? Да, зомбак стоит. Верный признак жилья. Одежда пропитана водой. Промокли, хоть выжимай. Простуда неминуема. Скорость серьезно снижена. Да как ты меня услышал? Грохочет все. Так, есть разметка. То есть я вернулся в город. Игру тоже пилят немерено сколько. И такие ляпы. Может, я просто хочу, чтобы как бы делали симулятор именно, а тут просто... Ой. Да пошла ты. Вернее, лучше стой на месте. Так, зомби есть, цивилизации нет. Это как? Смотри, догоняет. Главное, я даже промокший иду быстрее их. Это хорошо. Ну что, рубиться с ними сейчас не смогу. Ну что, ты вышел на середину. Под фонарем погреюсь хоть. Так, уже перекрестки начались. Дайте дом какой-нибудь. Нет, я пойду туда дальше. Не внушил доверия этот поворот. По идее, вообще ничего не должны слышать в грозу, если они на слух ориентируются. Кукла, леденец, батарея. Пускай все сохнет. Так, авокадо съесть полностью. Так, яблоко съесть полностью. Так, ну штаны ж только что надеть. Промокли, озябли. Сейчас мы. Портативная рация, пачка семян.
Так, в холодильниках. Так, есть бутылка воды. Я бы поспал. Закрой дверь, мне... Так, ящик, батарея, зеленая краска, палаточный кол. Палатки можно делать. Уголь. Можно поспать. Ладно, выключи свет сейчас. Койка где? Так, спать 9 часов. Спать. Сейчас уснул без вопросов после такой-то прогулки. Так, во сне меня не съели. Это хорошо. Здоровье отличное. Так, везучий, ленивый лекарь. Это мои особенности. Так, время 7 часов. А что потемки-то такие? Вот еще какая-то дверь. Да, дверь открой. Вот дверь. Есть аж полотенце, платок надо взять. Бутылка дезинфицирующего взять. Просто не, блин, если только... Здесь обустраиваться, ну, пока не хочу здесь обустраиваться. Так, пить я пока не хочу, хоть у меня есть... Особенность. Жажда. Я сейчас поем и попробую куда-то дойти до более вменяемого. Или здесь уже остаться, и так находился. Съесть. Даже не почувствовал, сейчас фруктов наемся. В принципе, тут второй этаж, койка есть. Окна можно занавесить, посидеть пока здесь, тем более зомбаков вроде бы.
Нет. И уже отсюда ходить. Окон-то больше, чем полотенец. Так, а я в туфлях иду? Я сильно подозреваю, что нет. Я где-то вот здесь бросал. А, я наелся, видимо. Так, как посмотреть, что на мне надето? Штаны надеты. Туфли я выбросил, но их теперь нет. Мороженое, горох, свиная отбивная, холодный компресс. Что это такое интересное? Вот разделся наспех, чтобы мокрое высушить и все. Ладно, пойдем пешком. Но вот этот дом нормальный. Тут даже можно было забаррикадироваться. Здесь ты на полянке фермерством заняться. Потому что никаких зомбарей нет. Может, все-таки тот поворот был нужный, мимо которого я прошел. Сейчас прогуляюсь. Полчаса. Вот еще какая-то дорожка. Велосипед тут нужен. Это дорожка между дорогами. И кто-то по лесу уже там шарахался. Да, вот и какой-то колхоз. Ну все, это город, то есть я вернулся уже. Магазины, помойки, гараж. Так, дом с гаражом, да? Два этажа всего. Это склад. Тут все есть. Гвозди, скотч для строительства, пила. Палаточный кол, доска, гвозди, проволока, лом, уголь, шнур, пила по железу. Так, клюшка для гольфа. Урона маленький у нее.
По идее, вон та маленькая хибарка. Она практически идеальна. Вот сюда ходить за вещами, а там строиться. Первый раз попил за 2 дня. Ладно, хорош на сегодня. Подумаю я, что делать. Может быть, там обосноваться, отсюда таскать материалы и там застроиться. Там вроде место тихое. Не знаю, думал, буду бродить по городу в поисках дома. Получается, всю серию пробродил по лесу. Ну, так или иначе, спасибо за внимание. Всего хорошего, удачи вам и пока. Нас не съели, это уже плюс. Подумаю, что делать дальше.